Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как SolidWorks сделать тройной соединитель для стекла из каталога MDM. Для этого я создал пустой документ деталь и на плоскости спереди нарисую новый эскиз. Здесь проставлю размер 29 мм. Здесь также 29, здесь 2,5 и здесь тоже 2,5 мм. Добавлю скругление в эскизе. И с помощью вытянутой бабочки выдавлю от средней плоскости на 8 мм. Теперь нарисуем еще один эскиз на плоскости справа. И проставим размеры. Здесь 29 мм, здесь 29 и здесь 2,5. Теперь также от средней плоскости выдавим на 8 мм. Затем здесь создадим еще один эскиз диаметром, ну скажем, 13 мм. И выдавим его до поверхности. Повторим это действие на этой грани. И на последней этой грани. Теперь необходимо нарисовать еще три эскиза, которые будут отвечать за отверстия. Теперь проверим размеры, соответствуют ли они модели, соответствуют ли они чертежу на сайте MDM. От отверстия до габарита должно быть 29 мм. Да, 29. И проверяем остальные отверстия. Здесь 25, значит, надо добавить еще 4 миллиметра.
здесь 29. Ну вот, модель у нас готова. Можно заполнить суммарную информацию и использовать ее в своих проектах. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!